Найцікавіше про сигнальні сьогодення в проєкті телеканалу «Р1» «Персона». В гостях у нас генеральний директор Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка Орищенко Олег та головний художник театру Швець Надія. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим про оперный театр, про новый сезон, про развитие театра. И так как мы встретились в преддверии открытия нового сезона, расскажите про свои планы. Ну, планы у театра очень большие. Мы 25 сентября планируем открыть сезон. Вот мы открываем ее не традиционно, как мы раньше открывали оперу «Тарас Бульба» Николая Лысенко. Мы открываем его гала-концертом, который делает небольшой экскурс в сезон 2014-2015 года. Будут исполняться арии из опер известных, которые будут исполняться в течение всего сезона. И сразу же после открытия сезона, уже 26 числа, мы планируем показ премьеры очень известного произведения, двух произведений Кармина Мурана, Карла Орфа и Болеро Равеля. Это будут два однооктавы балета, исполненных в один вечер. Сейчас идет подготовка, я так понимаю, да? Ну, конечно. Расскажите, пожалуйста, проводится огромная работа. Сколько людей задействовано? Ну, почти вся постановочная часть, это порядка 130 человек, работают сейчас над воплощением спектакля. Кто-то выпускает само произведение, кто-то готовится к его эксплуатации. У нас очень крепкие, сильные цеха, и порядка 30 художников, каждый в своей области. Кто-то пишет декорацию, кто-то разработает модели костюмов, создаются новые парики, лепится скульптура. И вот вся эта армия талантливых, необыкновенно одаренных людей все свои усилия сейчас тратят на создание вот целостного произведения, которое отвечало бы музыке и Равеля, и Орфа, поскольку театр поставил такую сложную задачу объединить двух авторов в единый вечер под названием «Колесо Фортуны». И даже такой персонаж, как сама Фортуна, он проходит красной нитью через оба произведения, связывая их воедино, что до нас никто еще никогда не придумывал. А почему именно эти произведения выбраны, в принципе, на премьеру, на открытие сезона и в дальнейшем, я так понимаю, тоже они будут представлены в театре, да? Ну, 26-го это будет первая премьера, и 1 октября, через 5 дней, будет еще один показ этого спектакля, потому что мы планируем большой наплыв зрителя. Действительно, уникальные два произведения, и уникальность их состоит в том, что Кармина Бурана, это вообще-то симфоническая поэма, вот, в которой участвует хор и оркестр. Но уже в процессе создания этого произведения даже сам Карл Орф предусмотрел, что будет какое-то сценическое действие. Да. Вот. И поэтому, что как ни балет может перенести или довести до зрителя всю красоту этого произведения. Вот. И, конечно же, дополнить все это декорацией, которые Надежда Федоровна вместе с Аллой Рубиной разработали и покажут на суд зрителей это. Это будет очень красиво. Вот, насколько я понимаю, это будет грандиозно, очень красиво. Ну, мы стараемся, поскольку действительно и музыка Равеля, и Орфа – это два самых ярких, наверное, представителей композиторов 20 века, которые современны и на сегодняшний день. И любимы на сегодняшний день слушателями. Поэтому хотелось бы передать всю их целостность и грандиозность, и вот весь этот масштаб преподнести, космичность именно этой музыки, публики. Зритель сейчас избалован, в принципе, и вот чем, скажем, вы будете брать зрителя, это все-таки больше декорации или это исполнение? Ну, на что делаете ставку? Помимо декорации, ну, у нас всегда очень сильная декорация. Ну, мы хотим создать просто такой воздух сцены,
когда зритель будет ощущать, что не только он смотрит на сцену, но и сцена смотрит на него, потому что там некий космос, из глубин которого Бог взирает на этот мир и следит за судьбой маленького человечка. Вот. А с другой стороны, большую роль должны сыграть костюмы, потому что в костюмах мы, с одной стороны, опирались на такие произведения, как босховская живопись, Брейгеля живопись. Очень много оттуда взято, но тоже переработано в современном стиле. Где-то мы привнесли даже от кутюр по карабанам в эти костюмы. И вот эта вот сложная органическая такая вот смесь, я думаю, будет очень интересно, когда костюм живет вместе с декорацией, вместе с пластикой актера. Сколько идет подготовка к премьере? Ну, мы начали работать над спектаклем в апреле месяце, потому что большое время занимает вот эта вот подготовка, осмысление материала, когда работает только дирижер, балетмейстер и художник. А непосредственно мы приступили к изготовлению в конце июля месяца. Но это очень большой объем, и люди стараются не на шутку. Ну, уже премьера объявлена, уже, в принципе... Отступать некуда. Да, харьковчане ждут с нетерпением все-таки такого грандиозного представления. Позади Харьков. Да. Кроме премьеры, какие у вас еще планы на ближайшее время? Я знаю, что будут выездные представления. Что это такое? Расскажите. И, насколько известно, это впервые. Ну, саму премьеру «Кармина Бурана» и «Болеро», к сожалению, мы покажем не в Харькове первые дни, а мы будем показывать его в Бельгии. Благодаря... 25 сентября. Это будет премьера в Харькове или 25, после Бельгии? 25-го открытие сезона у нас, а 26-го показ премьеры. Вот. И мало того, мы договорились с немецким посольством, эта премьера будет проходить в рамках дней Германии, недель Германии в Украине. Вот. Что... немаловажно, и что дает особую, будем говорить, значимость этой премьеры и оценки. Потому что, как вы понимаете, немецкий зритель и немецкий посол, который будет присутствовать на этой премьере, они всегда выбирают что-то интересное, что-то значимое, не только для Украины, но и для Европы. Мы проведем 3 спектакля предпремьерных в Брюсселе, 2 города в Бельгии и... 2 города будет в Бельгии, и последний показ 21 сентября будет в Брюсселе. Это все престижные, самые престижные сцены в Бельгии. И уже по приезду 24 сентября, 25 у нас будет открытие сезона, и 26 мы планируем показ этой премьеры. Так что это вот то, что касается выездных концертов, которые, спектакли, которые мы будем делать вне театра. Но, конечно же, мы очень много работали до закрытия сезона, и у нас были такие значимые социальные проекты, как «Спільне повітря», который мы совместно с хором, с оркестром, с солистами проводили в нашем аэропорту. Вот, и в это же время по всей Украине, во всех аэропортах исполнялся гимн Евросоюза. Но в отличие от других оркестров, мы данное произведение исполнили всю часть, где... Это хороший опыт для вас работать вне театрального помещения? Впервые ли это было? И вот уже спустя какое-то время вот можете сказать о отзывах и для себя, как это прошло? Ну, я не знаю, как раньше. Но это честно очень говоря, перспективное направление. Честно говоря, я никогда не наблюдал, чтобы оперный театр выступал так на подмостках, улицы, будем говорить так, или еще на каких-то других подмостках. Конечно же, оперный театр выезжал, и во Львов в театре ставили
спектакли, но на улице это будет более развито. Вот. Тем более, что после «Спільного повітря» мы делали концерт перед театром. Это была акция «Любовь Украины. Весна». Был концерт. И вот 22 августа мы планируем в 20 часов постановку перед театром на уже обновленной площади под патронатом городского головы проведение спектакля «Тарас Бульба». Угу. Вот такие нюансы очень важны, когда вы выезжаете куда-то, как акустика, звучание инструментов. Насколько это технически сложно вывести оркестр для исполнения, ну, скажем так, на улице, да, может так выразиться? Ну, все зависит от объема улицы, от объема. Если это небольшой какой-то пространство, вот, там можно обойтись без подзвучки. Но даже перед площадью, на площади перед театром, мы все равно будем выставлять звук. Это будет дополнительное освещение, это будет шоу, будем говорить, такое организованное в рамках этого спектакля, где будут и баталии военные, и артисты специально подготовленные будут проводить бои. То есть так вот. Дни освобождения. Да, да. Это будет такое действие серьезное, интересное. Это практика нова, в принципе, или вы все-таки позаимствовали это где-то вот за границей, где, может быть, это уже развито, такие вот выступления на площадях оркестров? То есть... Ну, в Харькове пока спектакля будет впервые на улице. Конечно же, за рубежом это. В летнее время это традиционно. Я вот был недавно в Венгрии, разговаривал по приглашению президента Ассоциации коммунальных театров, который основной его театр находится в Бекеш-Шепчак, такой город. Вот. Он нас приглашал на показы спектаклей. Ни одного спектакля в театре не было. Все проводились на улице. Это специально оборудованные площадки на улице, возле озер, возле рек, вот, где люди собираются вечерами и делают просмотры. У вас были социальные проекты, такие как выступление в военном госпитале. Когда это было и какая реакция была? Нет, в госпитале мы только планируем. Планируете, да? Да, только планируем, угу. Да. Мы вышли с инициативой такой на областной военкомат и на областную администрацию, чтобы провести концерты для раненых в АТО. И сейчас ожидаем этого подтверждения. То есть еще даты нету, когда, возможно, это будет выступление? Да. Но весь коллектив театра, мы уже сформировали около 11 бригад, которые готовы периодически выезжать в госпиталя и давать концерты. Какой репертуар вы выбираете для такого случая? Ну, в основном это классический репертуар, потому что мы в классическом жанре работаем. Это арии из опер, это камерные ансамбли, которые исполняют салонную музыку, какую-то классическую, классический репертуар. Вот. И под аккомпанемент этих камерных ансамблей будут выступать солисты наши. Как правило, сколько этот человек задействован в таких спектаклях? Ну, как правило, до 11 человек. У вас планируется совместная работа с кукольным театром, возможно, да? Расскажите поподробнее, да. Что это будет за проект. Будучи в Херсоне на фестивале, театральном фестивале, я забыл, как он называется, вот мы с нашим директором кукольного театра обговаривали не из проектов, это детские постановки во время детских каникул, где будут задействованы и артисты с куклами кукольного театра, и артисты оперного театра. И все это будет проходить на большой сцене. Как это возможно в декорациях, как это возможно задействовать, как это передать?
Ну, у нас большой опыт, с одной стороны, поскольку театр выездной еще с 96-го года. И зачастую мы оказываемся со своими спектаклями на улице, когда декорация предполагает стационарную сцену-коробку, где все вешается на штанкеты и движется под колосники, а мы оказываемся на открытом воздухе. Поэтому мы уже имеем огромный опыт в этой области. И думаю, что просто профессионализм, фантазия, все это вместе взятое поможет нам справиться с этой задачей. Вот в частности, когда у нас будет сейчас «Тарас Бульба», это абсолютно классический спектакль прекрасного художника нашего Григория Ивановича Батия, заслуженного. Вот. Но он классичен, ортодоксален и предполагает только сцену-коробку. Так что вот у нас уже сейчас будет ближайший опыт решения задачи на открытом воздухе, без использования тех декораций, которые предоставлены самим художником. Будем изобретать нечто новое. Вы как самая большая сцена, правильно я говорю, города Харькова, да? И не только города Харькова. Не только Харькова. Мы третья сцена из четырех в мире. Вот так вот. По глубине сцены и по объему сцены. Когда мы на гастролях, мало на какую сцену в Европе влазят наши декорации. Да. Приходится все подворачивать. Какие будут приглашения в театр? Какие будут знаменитости приезжать в этом году, в этом сезоне в театр? Ну, мы ведем переговоры с различными артистами известными, вот, которые бы хотели выступить в наших спектаклях. Я пока не могу сказать точно, какие артисты, потому что все в стадии переговоров, и думаю, в ближайшее время, как только нормализуется обстановка в нашем регионе, в Восточной Украине, вот, то мы начнем активно работу по приглашению не только солистов для участия в наших спектаклях, из дальнего зарубежья, из Белоруссии, вот, из других стран, не только артистов, но и коллективов. Ведь все мы прекрасно видим то, что происходит на сегодняшний день. Это приглашение гастролеров, вот, где театр принимает, будем говорить, пассивное участие только в плане предоставления площадки и обслуживающего персонала. Я стараюсь перестроить этот менеджмент, и мы активизировали работу концертно-гастрольного отдела, который будет и уже формирует базу артистов, которые будут выступать на нашей площадке, и билеты на эти концерты и спектакли будет продавать только театр. Это как-то может отразиться на ценовой политике билета? Ну, конечно же. Мы прекрасно понимаем, что приглашение какой-нибудь классической звезды для участия в спектакле, или, ну, в оперном или в балетном спектакле, это определенные затраты. Поэтому там, где будут гастролеры, там, естественно, будет цена выше. Но мы ведем активно сейчас работу по работе со зрителями. Мы будем идти им навстречу. Для этого мы автоматизируем кассы на сегодняшний день. У нас будут электронные кассы, где любой зритель может подойти и выбрать себе место на схеме зала, которая будет перед ним. Зритель может подойти в кассу театра или зайти через интернет на... Нет, не только в кассу. Мы сейчас делаем реконструкцию, заканчиваем реконструкцию сайта, где через сайт можно будет приобрести, вернее, забронировать место. И сейчас Министерство культуры ведет активно работу по законодательной базе, где можно будет через интернет приобретать электронный билет. Угу. Вот, и с электронным билетом проходить непосредственно в зал. Угу. Это, в принципе, сделать более мобильным покупку билетов, улучшить ситуацию. Возможно, больше зрителей привлечет, потому что сейчас люди больше общаются через интернет. Что-то приобретают через интернет. То есть, да. Таким образом вы пытаетесь привлечь больше людей? Не только этим способом. Мы будем вводить дисконтную систему, специальные карточки дисконтные, где люди, которые хотят получить дисконт,
и какие-то льготы по отношению к театру. Они оставляют свои данные, свои пожелания в жанровом плане. Вот, и мы будем идти им навстречу, обзванивать их или высылать по электронной почте приглашение на тот или иной жанр, который предпочитают наши зрители. А люди на сегодняшний день, они охотно идут в театр оперы и балета на домашние какие-то представления, спектакли, не на приезжих звезд, а на домашние представления? Ну, да. Я бы сказал, что довольно-таки охотно, потому что «Лебединое озеро» — это последний спектакль нашего сезона, хотя он идет каждый месяц, и даже по два раза мы ставим его. У нас был почти аншлаг. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день альтернативы нету. Гастролеры отменили все свои гастроли. Вот. И что можно посмотреть на сегодняшний день? Конечно, то, что представляем мы. Но мы представляем уровень высокий, хорошее качество. Вот. Это и театральное зрелище, это декорации. Это высокое качество исполнения музыки и солистов. Мы вот в августе месяце будем проводить аттестацию. Вот, и в результате аттестации мы ожидаем, что отсеется какой-то балласт в театре. И мы объявим конкурс на новых солистов, которые будут радовать наших зрителей. На сегодняшний день молодежь, которая у нас есть, это Ксения Бахрединова, Александр Лапин, Алексей Сремницкий, Мишакова, Мищенко, ну и много-много других. И артисты балета, Хандажевские, кто у нас еще там известные? Фарсюк, хороша, Пескун. Да, Пескун. Очень много пришло. Да, очень много... Это все молодежь, да, представители? Да. Прекрасных которые... молодых солистов и солисток. Можно позиционировать как звезды, вот, но о них не знают. И стоило нам заострить внимание на в опере «Евгений Онегин» на имени Ксении Бахрединовой, которая исполняла главную роль Татьяны. Вот, как мы сразу видели результат. Почти полный зал. Да, то есть дорогу молодым. Да, конечно. Да. Спасибо за участие в нашей программе. Я желаю вам всего хорошего, развития театра и благодарны зрителям. Спасибо. Ну, в свою очередь, я хочу еще раз пригласить 22 августа на площадь перетеатральную, на показ Тараса Бульбы оперы и также на премьеру 26 сентября двух одноактовых балетов, постановки выдающихся людей. Это балетмейстера Аллы Рубиной и заслуженного артиста Украины, главного дирижера и музыкального руководителя Виктора Пласкіни. Спасибо большое. На цьому час нашої програми вичерпаний. Побачимось наступного тижня. На все добре.